Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. О, я готов. Могила. Да, я все время забываю, что рядом гора Олири. Сам удивляюсь. Микрорегистратор, здрасте.
Да, мы верим. Господи. Что это? Да, за ним, за ним! Чтоб ты сдох! Вышиби ему мозги! У железнодорожных путей. Прикончи всех этих. Я и собирался. Отбой. Это мне. Да. Идея получше. Что-то здесь есть. Эй, как дела? Он зашел сбоку! Что-то будет. Держи. Черт, в кого-то попали. Это еще что? Thank you.
вижу его! Это последний. А не надо лезть на гору О'Лири. Бухарь с лагерем бродяг. Все. Больше они никого не убьют на горе О'Лири. Отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север. Понял? Да, да, понял. Отбой. Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял, что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. На север. Дик, слышишь меня? Ты что, реально поехал на север? Да нет. Ты же знаешь, без тебя я на север не уеду. Да, 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 я просто туго соображаю. Такое бывает, режут в третьей степени. Да. Ну, позаботься об Альваресе, ладно? Дик, для меня это важно. Я позабочусь о ней. А ты отдыхай. Конец связи. Приходят намады и убивают моих людей, как будто мы водище. Что у вас, Коуп? Явился какой-то тип, наркоман конченый, устроил тут пальбу и просто свалил. Мэнни сказал, что у него был байк с красным бензобаком и шлем такой серебристый. Ладно, сейчас попытаюсь его догнать. Он нужен мне живым, Дик. Живым? Живым. Поймаешь его, сразу сообщи мне. Мы притащим его сюда и повесим на первом же суку. Пора показать мерзавцам-намадам, что в этом лагере есть закон и порядок. Без обид, я не о тебе.
Какие обиды, я его найду. Дик, слышишь? Я думал наведаться в лагерь лесорубов, гнезда зачистить. Там много фриков развелось. Бухарь, не надо. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо, Дик. Не, Дик, подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Или займись ими, пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные. Трофей.
Сент-Джон, это Копланд. Что-то давно Бухаря не видно. Просто он ходил для меня на вылазки. Вы же с ним друзья? Я пытался с ним связаться, но не вышло. Если увидишь его, скажи, Коуп просил заглянуть. Буду очень благодарен. Конец связи. Ничего ужасного. То, что надо. Я на месте. Так, в лагере надо бы потише. Да. Не-не, надо оставить байк здесь, Дик. А не то вся орава на тебя набросится. Что-то сгодится. Так, сейчас жахнет. Вам это понравится. А ну, ублюдки, давайте. Вот так. Одно гнездо готово. Сколько их еще?
это хорошо рванет. Точно, гнездо. Спите, спите, ребятки. Не обращайте на меня внимания. Давайте, ребятушки, поехали.
Вы что, тут все разом обосрались? Фу, господи. Долбаные фрики. Вы-то что тут забыли, а? Что тут произошло? Осталось тут после них хоть что-нибудь стоящее? Это западня. Что-то здесь прохладно. Я вам помогу. Разогрей. Thank you.
Давайте, ребята. Неужели все? Фух, наконец-то. Бухарь, все готово. Я зачистил гнезда. Теперь на горе будет чуть меньше фриков. Эй, Дик, как дела? Много их было? Так, нормально. Я поэтому и пошел по темноте. Правда, некоторые были, но очень сильные. Да. Они от холода становятся сильнее. Да ты и сам знаешь. Да, да, Бухарь, я знаю. Ну, в общем, ребята, спасибо. Спасибо, что помог, Дик. Подремал бы ты, Бухарь. Отбой.
прилягу ненадолго. Нормально.